Друзья, приехал я сегодня на рыбалочку с дедом. Выставили жерлички. Только выставили, сел. У меня первая сработка. И крутит. Отлично. Сейчас. Немного покрутило. Сейчас. Дам ей немного заглотить. И потом попробую подсечь. Что же тут? Пусто. А нет, есть. Есть. О! О! Миленькая. Да, красота. Ну вот, первая щучка есть. Небольшая. Да нет, тут полтора. Нет. Нету. Я чебака одевал. Вот. Первая щучка. Ну, где-то около килограмма. Друзья, прошло часа 2,5, наверное. Дальняя сработала. Жерлечко я эти две переставил подальше. Ну не крутит. Не крутит. Заглотило, поди. Тут уже под луночкой. Вот, небольшая, но все равно красота. О, вторая щучка за сегодня. Фу, как же я рад. Ну просто за последние без малого 2 месяца вторая рыбка. Блин, вообще красота. Опять сработала та же самая. Ну? Так. Ладно, что, будем проверять. Есть. Сидит. Уть. Тише. Ух. Скрипит.
подумочкой. Зашла. Ну, хорошая. А это уже это уже ух. Ага, саму глотку заглотила. Сейчас отцепим. Красота. Третья. Вон, еще одна сработала. Пойдем. Следом еще одна сработка. Ух ты, нифига себе, она крутит. Есть. Есть. Так, тише, тише, подлуночка уже. Ух, отпусти, дед, не держи. Ух, так. Ага. Сейчас. Ты боишь? Да. А. Рано ты ее дернул. Не. Там уже лес снимали. Она тут под лункой стояла, я не успел забагрить. Ну этим. Угу. Багром не успел зацепить. Так. А. Ну ладно, что. Я хочу. Да. Живца, ага. Принесешь? Да, штуку. Не, еще одну. Ну, пока деду ездили переставлять. Вон туда как раз эта гривка выходит, туда пока переставляли. У меня две сработки. Сейчас буду проверять. Ну, размотка не полная, может даже пустая. Ага, нет. Есть. Подержи-ка, дед. Я сейчас сумму скину куртку. Не держи, не держи. Сходит хорошо. Трещит. Не надо, не надо, она не мешает. Оп. Тише. Есть. Есть щучка. Ага. Красота. Чебака-то растрепала. Добрый. Вот. Красавица. Ну, на этом наша рыбалка закончилась на сегодня. Время уже 4 часа дня. Выход щуки был только один. Где-то без 15, без 15-2 начался. И где-то до 2, может, пол третьего. Минут 30, 45, где-то около этого. Были сработки почаще. Но поймать получилось всего 4 штучки. Дед и вовсе ничего не поймал. Вот улов, 4 щучки. Все, приняли решение оставить жерлицы на ночь. Завтра приедем, посмотрим, что будет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. До скорых встреч.